Друзья, сейчас очень интересный момент. Ford Kuga. Да, мы спускаем подрамник с этого автомобиля. Смотрите, как это все происходит. Опускайте. Ага. К чему я это все? К тому, что... Ну, блин. Ребят, да что тут делать, в принципе? Что тут, ерунда вообще, там, двигатель снять, да? Что там, да? Ну, что там, блин? Ну, что там? Два болта открутил, и все, и двигатель. А, что? Это плюс еще 5000 рублей. Запиши там, пожалуйста.